ему надо на ходу Кевичу давать чуть-чуть. А не самому себя прокидываться. Давай, 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 накрывай чуть-чуть. Иди, что-то. На 5 штуки вяжут, блин. Надо было... Тоже, да, могу бы. Голова на противоход, вратарь на меня. Чуть вперед и все. Так бежать, что. Я слышал, меня видно, что он был. Проблема. Не пропусти. Звони, мы подъедем. Мог поставить и того же Томса вперед, но нельзя. Второй раз обрезает Егор страхователь. Надо, Егор да, пустой. Второй гол чуть отсюда он не привез. Ровно такой же. Простили они нас сейчас. Его нельзя ставить последним, он тихоходный. Ну, конечно, его лучше поставить сюда, пусть борется впереди. Бегает, да, Да.
Маркевичу, все равно надо было отходить, надо было держать шину. Все равно видит, она тогда бил бы самым же поворотом. Там не увидел, поднял ее. Попросите кто? Вот. Так просить, что некому дать. Кому? Так головой прицеливался и прямо, прямо в центр. Свисток. Так же нельзя, нету ли? Да, это скрипром. Дожимай, дожимай. Ну, что достал? Нет, ты видел, да? Второй раз стрелится. И ширину вот просвет стал. Назад, назад, назад. Мы вдвоем. Чтобы тень. Сейчас раз, еще ширину. Попроси. Стал. Давать нет. На землю мяч. Ну ясно будет, что сюда пас. Ну, пошли ширину. На мяч вы идите. Вот. Еще раз. Еще раз. Дал бы пас, пошли. Смелее, мальчик. И все. Вот. Ну, шире. Удар. Сильнее. Все, место. Так, у тебя открытый Дудкевич. Зачем вот сейчас парец? Вот когда он есть открыт. Не дает. Ну. Давайте, вытяните что-то. Вытяните. Жопу не поворачивай на мяч, настолько опять задница у них впереди. Ну игрок же свободный, вдвоем к одному, ну. Ворот. О, нормальный голос, а? Хорошо, что ты чуть пригнулся, если бы вот так его мог бы не взять, то получилось. На землю, на землю мяч. Отскакивает, как это доски. Хорош. Вот, отходит. Отходит. Где-то
стояли около штанги и смотрели. Егорыч, дай это, даст обратно. Нам такая болельщица нужна неугомонная. Переходи. Замороженная конфета. Перетянем ее на свой, на свою трибуну. Еще один позитивный настрой. Убегай, Райзис, скажи. Убегай по краю. Вот, убегай, убегай, жди сейчас. Ну, так и на это спала. А это обработка, техника. Подвигайтесь! Стойте вы на месте! Ну что ж вы ждете все время? Покрайте, чтобы дал Пасик! Пасик! Шире, шире, Гатя, шире! Отдать! Надо было отдать низом! Центр и там... Качек уже, да, все хорошо, уже хоть что-то сделать. Один-то вниз опустил долго и простыл. Ну ты прям хочешь прям все сразу. Ну, скиньте ему левый ногой. Кристика же левый ногой. Левой ногой. Отдай сюда. Грудь мою. Сильный удар. Да, сильный прямо в руки. Сильный просрал его. Не чтобы в банке. Не что. Опа, давай. Сам убегай. Ну. Шевелитесь. Райтик, двигайтесь. Грутманис, откройся сюда, взор. Назад. Назад. И опять втроем стоя на месте. Без открывания.
дайте разыграть вот центрального, да, гляди вот типа, пусть подают. Подожди, пусть выйдут. Райкас, убегай. Убегай по краю. Воло, давай, центр. Сторис! 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 Не уходите, одного там все не оставляйте. Да-да-да, кого-то надо нам под страховочку обязательно. Или чуть назад дальше оттянуться. Давайте, давайте, давайте. Лишку съедят сейчас сзади. Там какая-то халява. Он просто подъехал, он крикнул, это гол, хотя его еще не было. По позициям пошли. Куда вы вдвоем-то? Разойди. А вот это он зря делает сейчас. Он проигрывает. Стоп. Ну, тупым щалем взял, чем их дальше откидывал, расскажи. Он же проигрывает. Нет, они иногда так делают, чтобы отбежать подальше. Ну, это тогда, да. Финас! Давай, Визу! Ну, все, опусти, Калис, и пошли. Дай, дай. Отдал. Отдал. Вроде нога рабочая и никуда. Главное, никто же не мешал. Уходи, Карлис, уходи! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай! Ой! Борис, 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 нет, там Сополин было. И пошли, 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 забегай, Лена! Вот, ну хотя бы что-то. Шаг навстречу, как перед сделаем. Эдвард! Тихо, молчи. Что, Эдвард, если первый привез, Дудкевич шаг не сделав, а ждя мяча, получил обратку. Подождите, ему сейчас мяч придет.
все, вообще. Нельзя так. Слышать надо было, уже побежала что-то. Видать, что-то грубое сказал. Наверное, такой, да, раз он уже взял карточку. Это анекдот рассказал, наверное. Успел рассказать. Дайте, не выносите, поиграйте в пас. Куда, если никого не стоит? Кому он сейчас пас дал? Ты спина! Ты играли в пас. Да потому что они не ждут. Стоят три защитника, блин. Карлуху ищи! Слава, поиграй. В принципе, могу предположить, что мой ребенок тебе ответил. Желтую ребенку твоему. За то, что он ответил и говорил. Это тоже то, что сделал тот вратарь, видимо. Встали, 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 уже поднялись. По одному только. Сейчас. Давай, Карлуха. Первый. Дальше ширину. Дай, дай, Кристин, сюда. Чуть веселее. Стурис! А не видать. Кидать будут, друг другу они будут кидать. Как раку встаньте. Это чума какая-то. Ну, зачем дать ему принять мяч, чтобы потом один игрок. Кстати. Вон, Ральф уже есть.
рядом с мячом бежать. Зачем? Под как удобнее ногу искать. Да, ну, раньше надо. Дождаться до линии, пока дойдет и промахнуть. Так что ж мы все шнурки завязываем. 10-й ребенок в команде, все вяжут шнурки. Пусть тренер эту тренировку проведет, получит их шнурки завязывать. Наверное. Кому рал? Кристиану, который должен был идти. Ну да, но все равно ты не делаешь. Зачем слепой пас? А вот час даже. А дальше. Турист! Дадут, играй! Играй! Карлис! Сразу бы пошел, не смотрел, сразу идти туда, где мяч. Ждут отскока стоят. Сейчас бы забил. Третий бы не помешало бы, да. Так хорошо. Я даже отдай. Отдай, конечно, да. Ну вдвоем, отбери себя! Могура! Тащи! Меняй на Карлиса! Все, супер! Карлис, быстрее! Нельзя, он не смотрите. Но он рассудительно подходит к вопросу. Что там на шару бить? Надо посмотреть, приглядеться. То есть, если мы эту игру выигрываем, мы переписываем историю Алфа-Фа. Ой, хорошо сейчас сыграл. Вставайте, вытягивайтесь обратно. Ширину. Не надо. Чего вы ждете? Ну сами опять стояли вдвоем с Томсом и ждали, ждали и ждали. Вытягивайтесь, еще будет вниз. Гриша, выбейте. Развернитесь. Ку-ку, мячик здесь. Гриша, дай, Гриша. Гриша показал туда. Ну! Кристика надо нет, он совсем встал. Сейчас кто? Топ меняет. Эй, улыбочка такая хорошая. 5 минут спалыш спелы. 5 раз. Ну как у нас? Мы соскучились, да? Эй! Мог так, значит так. Опа! Раньше было, ну чуть-чуть отдать. Чуть-чуть передержал, получил по ноге. Бруно там убегал, Глеб Лева тоже. А, стандартник вышел. Здесь уже Гриша за майку вот так, но он увидел, что мяч есть, он уходит, он показывает. А, упал бы, был бы свисток. Сюда надо стоять левоногую сейчас, видите, это ерунда. Да, да. Ничего, мы а будет разыгрывать, устроить. Ах, все по местам.
такое. Супернова! Супернова! Попой сам выпить, у Якова нога болит. Спокойно. Егорыч, попросите, поиграйте в пас. Ну. Ну, он попросил, но что-то они сказали нет. Он пошел обратно. Видел, он рвал лучше много. Говорю, установка, видимо, да, да. Ну, так надо менять. Прощать. Ах, низом, блин, опусти и низом отдай. Такая атака была. А эти... Давай! Левой! Ну что ты не ударил левой с расходу? Я тебя не расслышал, он вряд ли. Ну, дашь, дашь, не дашь, не дашь. Ну, хоть что-то будет. Удар был ударом. Девять минут. И в туалете, по-моему. Ширину, да, 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 да! Давайте, давайте. Убегайте, убегайте. Я беру. О, попробуй. О, хорошо. Тридцать секунд. Вот хочет эту паутинку снять. Все.